наших дедов, прадедов, все наши выходцы отсюда, все родственники. Год основания я не знаю примерно. Жили, ну, в основном все татары жили. Там сейчас вы не найдете надмогильных плит. В 92 году наш покойный отец, он нас водил на место нашего кладбища, показывал детей, внуков. И вот мы шли когда по этому полю, я нашел часть памятника. Это чалму мужского, это памятника захоронения. И потом мы это вынесли, вот рядом с деревьями там положили. Дороги не было, света не было, школы не было. Это сейчас основное. Если нет этого, смысл жить. У человека должна быть какая-то опора, какой-то стержень. И вот этот стержень, эта опора, там то место, где можно ступить ногой и сказать, вот здесь я родился, вот отсюда берет начало наша семья, наш род, это вот наша малая родина.